Добрый день, в эфире новости ЗКГУ. 12 сентября в ЗКГУ имени Утемисова прошел совет по обсуждению проекта, предложенного на парламентском прослушивании нового алфавита казахского языка. На совете присутствовали ученые университета, преподаватели, политики, представители общественных организаций, ученые, корреспонденты и журналисты. Со вступительным словом выступил ректор университета, академик Имангалиев Асхат Салимович. На совете в качестве спикера выступали член специальной группы по пропаганде перехода казахского языка на латинскую графику, доктор филологических наук Сабыр Мурат Букинбаевич, член специальной группы по пропаганде перехода казахского языка на латинскую графику, председатель Западно-Казахстанского областного филиала Международного общества «Казах тілі» Ерсенгалиев Булат Утигалиевич, доктор педагогических наук, профессор Кадыршаев Абат Сатыбаевич, кандидат филологических наук, старший преподаватель Аронов Куспан Гумарович и доктор филологических наук, профессор Хасанов Хабит Кайржанович. В конце присутствующие передали модератору в письменном виде свои предложения, мнения о варианте нового алфавита. Все предложения были включены в рекомендацию заседания.